Всем привет! Сегодня у нас на обзоре видеокарта RTX 2060 на 8 гигабайтах видеопамяти. Производитель у нас, даже не знаю, как это произнести, если следовать иероглифам, поэтому опустим этот момент. По интерфейсам у нас HDMI и DVI, и в том числе DisplayPort, вижу, тоже есть. Так. Серийный номер захватили, бэкплейт, бомба гарантийная установлена. У карточки 8 пин док питания, 2 кулера. Шумность, сразу скажу, сейчас включен фурмарк. Шумность в пределах нормы, довольно неплохо по температурам. Full HD пресет у нас, тест в фурмарке запущен. Температура 74 градуса, максимальная была 73, сейчас держится. График температуры ровный, без каких-либо провисаний или статоров каких-либо. Так, по FPS Full HD пресет, без сглаживаний и других настроек, 157. Максимальное значение было 164, но среднее 156. По памяти здесь от Samsung чипы стоят GDDR6, 8 гигабайт, как уже я уже сказал, видеопамяти на борту. Показатели сенсоров все в пределах нормы, никаких провисаний, просадок, ничего этого нет. Сама карточка очень доступна, несмотря на исполнение какого-то китайского бренда, все довольно хорошо и на приличном уровне.